Необходимость в коллективном иммунитете растет. В Северной Осетии началась третья волна новой коронавирусной инфекции. По словам замминистра здравоохранения Тамары Томаевой, в течение болезни новый индийский штамм стал более агрессивным. На начальном этапе симптомы те же, что и с ОРВИ, боль в горле, заложенность носа, одышка, повышение температуры. Но заболевание протекает в более серьезной форме. За последние сутки в ковидные стационары обратились 83 человека, 43 из них были госпитализированы. В сумме количество больных, получающих стационарное лечение, 323 человека, из них 42 находятся в реанимации и четверо подключены к аппаратам ИВЛ. На базе КБСП, ДРКБ и ЦКБ Правобережного района развернуты койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Также в республике достаточное количество вакцины. Любой желающий может получить свою дозу вакцины. Вакцинация от болезни не спасет, но позволит в более легкой форме перенести заболевание. Мы вынуждены констатировать то, что эпидемиологическая обстановка в республике у нас ухудшается. И мы, население, хотим еще раз предупредить. Вчера буквально главой республики был подписан указ об ограничительных мерах, которые неукоснительно нужно соблюдать. И хотим еще раз напомнить о необходимости скорейшей вакцинации, потому как третья волна коронавируса, мы уже смело можем говорить, к сожалению, и в республике в том числе началась.